Глава государства принял Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберта Заньера. Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, а также вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений. Ламберта Заньер сообщил Касым-Жомарту Токаеву о текущей работе и перспективах сотрудничества Офиса Верховного комиссара и Ассамблеи народа Казахстана. Высоко оценил Верховный комиссар ОБСЕ и казахстанскую модель межэтнического и религиозного согласия. Усилия государства по укреплению единства нации. Я очень рад увидеться с вами. Мы с вами очень много лет вместе работаем, ценим ваш вклад в развитие Казахстана. Мы много сделали для успешной работы ОБСЕ и совместно решали разные проблемы. Теперь мы надеемся, что вы продолжите наше сотрудничество и как комиссар по делам национальных меньшинств. Спасибо, мистер президент. Во-первых, я поздравляю вас с новым высоким постом. Я очень рад, что мы продолжаем наше сотрудничество. Будем поддерживать эти отношения и дальше.